Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем Wolfenstein Old Blood. Последняя кровь. Что ж, мы покинули тюрьму. И периметры ее. И я так понял, мы отправимся в замок. Там Wolfenstein. Не волнуйся, Уэсли. У меня есть план. Вломиться в крепость. Перебить нации всех до одного, освободить тебя, а потом мы свалим к чертовой матери отсюда и встретимся с Кестером в пивнушке. Ну все, 30 ты. Да кто там еще? Ну крепкие какие, а? Кто там на позиции? Я сейчас тебя с позиции сниму. Все. Очередями неплохо. Она довольно так. Да блин. Закрытый. Все? Все закончились. Ну это и хорошо. Давайте похилимся тут. Ух, шестеренка какая. У нас максимум. Да, вот он сам замок. Мы у дверей его. Это ворота. Нам надо открыть их. Я прям капитан очевидности. Само собой открыть. Вон она. Это... У меня вопрос... Это куда? Немножко не уверен, ну ладно. О, карта. Эта платформа подниматься должна. Что это? Что за пепелац такой? Так, меня интересует вот это. Что там? Мы оттуда прибыли. Ладно, давайте посмотрим. Там был, по-моему, рычаг еще один. Это что? Каски. Это нам пригодится. Я могу что-то здесь пропускать. Так, это патроны. О, ворота открылись. Какая-нибудь нечисть полезет нацистская. Так. А, ну, судя по этому кабелю, контактной линии, так называемой, кто-то здесь рванул и оторвало кабель вообще в хлам. Но! Там есть еще. Вот. Давайте посмотрим. Мне просто интересно, это куда ведет. А-а-а. Куда-то обратно. Подождите-ка. А, там тоже кабель разорван. Ну, блин, я хочу туда. Давайте сохраним эту всю фигню.
Ага, там закрылось, здесь открылось. Вот такую волыну возьмем с собой. О, офицер. Значит, дальше пешком. Да, пешком. По-другому никак здесь. Еще один офицер ее. Ой, сколько здесь текстовок. Это сейчас мы почитаем. Такая жгучая скотина. Кто тут еще? Какого хера? Давай. Сколько их тут? Ух ты. Вот он, офицер. Сволочуга. Еще один был. Так. Да какой ты... Эту волыну пустую берешь, а? Ой, этот крепкий попался. Так, у нас все полное, вроде стихло. Так, во, сейчас здесь приоденемся. Так, отлично. Давайте вернемся так, как... Заходили сюда. Любители дичи. Ну я им дичь устроил. Ключ. Отлично. Максимум. Максимум. Все максимум. Тяжелый пулемет, это понятно, мы знаем, что это. Так, перки, кстати, давайте посмотрим, что у нас с перками. О, убийство пулеметом. В меню оружия. Ох, блин, еще в 3 раза больше. На. Поезд для гранат. Убийство 3 противников одной гранатой. О-о. Открыть предыдущий. Сбор шлемов. Ну, это несложно. На 25. Все, хорош. Кстати, мы здесь подобрали. Этот верзила, чертов нацистский ублюдок Руди Егер, забрал Уэсли в крепость Вольфенштейн. На допрос. Нужно найти его. Свалить отсюда и встретиться с Кеслером в городке. Он должен знать, как заполучить эту папку у Хельги фон Шапс. Так, открыть ворота крепости. Ворота крепости заперты. Нужно найти способ открыть их. Может, панель управления отыщется в этих башнях у ворот? Ладно.
Стоп. А, закрыто. И вот тут тишина. Кстати, хилочка нужна. Хилка. Я где-то видел хилки, но не уверен. О, секретка. А, это не секретка, это просто обходной путь. Понятно. У них что тут? Для бомбеншуса. О, у нас бомбышун. Шунц, да, это что такое? Бомбеншус. Так, где тут нож? Броня. Пусто. Еще один ящик. Хилка. Стоять. Нет, не берется. О, большая какая. Ну и прохилились, в принципе. Все. Еще здесь есть что-то. Какой большой ящичек. Так, ну пойдемте. Это что у нас? Вот, бомбеншус. Посмотрим, что это. Заперто. Тоже заперто. О, золотишко. Отлично. Коллекционное золото. Ну вот, ложу я в постель эту девицу и укладываю. Что? Ты укладывал ее в постель? А не ложил. Ложил, укладывал. Какая разница? Нет слова ложить. Есть слово класть. У тебя немецкий родной или как? Ты хочешь историю послушать? Важно говорить грамотно. Да что ты вечно цепляешься к этой грамматике? Потому что верю в сохранение чистоты нашего прекрасного языка. А иначе мы скатимся в варварство. Ну и ладно, я тогда не буду рассказывать. Я просто говорю, если мы... Ой, помолчи. Хотел историю рассказать. Получилось бредятина. Ох, как мы ее хедшотнули. Тоже норм... Ух ты, бомбеншус какой. Вот это он рубит. Я в тихом таком. Шоке. А как он рубит так, а? О, в касочку. А, куда ты? А. О, даже какой воздух. Напоминает мне болото у фермы Джонсона. Запах мертвых растений и влажной древесины. Блин, мы даже ничего не потратили. Вот это оно валит. Псину просто хедшотнули. Просто не ожидал даже. Стойте, это касочка. Касочку мы вообще ничего не можем взять, да? Бомбы. Какая хорошая штука. Угу. Ну и все, пойдемте дальше. Ага, нам туда. Тут ничего нет такого? Нет, ничего нет. Золотишки тоже нет. Ковры какие-то. Пилка. Вау! Вот это нас.
Неожиданно. Здесь ничего такого интересного нет? Нет, ничего. Мы забраться не можем. Самое интересное. Ну ладно. Куда плыть? А, вот сюда. Странно он себя ведет иногда. Странно, застрял. Ну что такое? О, неужели? Ага. Дюсь. Ух ты. Как интересно. Карта. План катакомб. Ты какой меч интересный. Где там золотишко было, а? Где тут наш ломик? Вы нашли секрет. Да, вот и золотишко. Склеп. Прям склеп. Бомбанчусь. Какая еще граната? Мне гранаты тут не хватало. Какая скотина кинула гранату. О, она. Метание ножей. Подождите-ка. Так, у нас что тут? Не перезаряжается нормально? Я хочу еще туда сходить. Может, там на цепочку можно подняться как-то? Ой, нет, нельзя. Мулик. Давайте рассмотрим, как это я. Понятно, там не было прохода. Ну, зато проверили. Так, ножи мы можем метать. Бесшумное убийство. Как интересно. Но можно и туда пробраться, получается, да? Там проход есть, мне кажется. Стоп. А, это у этого было. О. Тихо, я сказал. Нельзя в храме шуметь.
Если это храм. Это вообще катакомбы под храмом, по идее. Больше похоже на аккуратно сложенные кости. Зюзентрале какой-то написано было. Не сомневаюсь, что эти кости выложены только из-за того, что кирпичей не хватало. Крыся, крыся, это куда? Я за тобой. Не, не хочет. О, золотиха. ХПХ нам не нужна. Хилочка. Понятно, это мы знаем. Уи. О, наверх можно? Или нам нужно? Нам нужно. Но сначала. Ничего здесь нет. Бомбеншус. Какая хорошая штука это. Бомбеншус. Он реально бомбит всех. Верхние катакомбы. Верхние катакомбы. Где-то в катакомбах замка Вольфенштейн покоится жена короля Оттона, королева Эдит. Золотиха. Неинтересно. Крепость Вольфенштейн. Старый вход. Прежний главный вход замок Вольфенштейн теперь используется для доставки заключенных, солдат, а также припасов в тюремный комплекс. Нижние катакомбы. Древние катакомбы датируются 10 веком. От некоторых погребениях тысячу лет никто не вспоминал. Пока не открыт. Так не взрывайся. Тихо, спокойно получилось. Отдай нож. Так, а как сюда? Ага. А мы здесь были. Так, понеслось. Ищем офицера. Где все? Тупые сволочи. А кто еще?
Вот они, двое. Сволочи вызывают постепенно. Подмогу. Подмогу. Сейчас мы им поможем исчезнуть с этого бренного мира. Ой. Докатался. Сволочи. Ах ты, блин. Ты где? Ну, вроде все. Мы самые главные офицеров убрали. Хорошо. Ну и хилочки. Само собой, куда же без них. Это что? Бомбеншусу. Единственный косяк бомбеншусу, он медленно перезаряжается. Может, как-то прокачается он потом. Надо с него почаще пострелять. По одиночным таким целям. Да, в первую очередь надо офицеров искать, иначе будет дело труба. Максимум энергии. Это что еще? Вы нашли секретную область. Главное не пропустить ничего. Золотиха. Вот это что. Так, открывается. Ну, с этой стороны, конечно, оно откроется. Открытие музея обороны Нормандии. Париж, 15 марта 1946. Спустя два года после провала попытки вторжения противника в Нормандию в июне 44-го, вермахт при сотрудничестве с Народным фронтом готовился открыть музей обороны Нормандии. Расположенный на трех пляжах музей соединен подземной линией метро. Гости смогут посетить бункеры, укрепления и сами пляжи. 156 тысяч вражеских солдат были убиты при попытке вторжения в Нормандию, и лишь 89 немецких героев пожертвовали своими жизнями. Неудавшееся вторжение получило у коалиции агрессоров кодовое название «День Д». «Д» — первая буква английского слова «date» — «смерть». Многие считают, что в этот день был забит последний гвоздь в гроб Англо-Американского Союза. Директор музея, отвечая на вопрос о скорости, с которой был построен музей, отметил: «Своеобразная справедливость. Этот музей был построен руками врагов, захваченных в плен во время попытки вторжения. Они пришли сюда, чтобы уничтожить Фатерланд, а в результате строили монумент в честь собственного поражения». За газетные выписки получается, да? Максимум. Так, здесь скользить. Да. Ну, это мы знаем как. Не доскользили. Разогнаться. Точно. Бомбеншус у нас улучшенный. Что такое? А, вот ты где, чувачок. Упс. Кто на новенького? Ты кто? Нет, это просто часть конструкции. Ой-ой-ой.
Угу. Разобрались, как это переключается. Закрыто. Закрыто. Ага. Вот мы и открыли ворота. Ладно. Остался еще один. Что еще один? А, там, где мы ворота открыли. Ясно. Подождите-ка. Это что, нам возвращаться обратно? Как же здесь пройти? Да, придется туда идти. Мы здесь даже не спустимся. Возьму-ка я вот так вот. Топы. Можно проскользить? Нет, нельзя. А, вот открылось. Выход. Королёт он. Ну, судя по всему, что там контактная линия не... Ах, твою налево. Развлекайся там. А, снайпер. Сволочи. Где тут бомбаншусь нашей оптической? Ах ты, блин. Все, готов. Ну что, здесь придется плыть нам. И золотишко прихватим. Ну, как говорится. Да что ж ты. Ну что ты так? Отлично. Да, здесь что-то рвануло явно очень большое. Хотя нет. Хотя нет. Как будто какая-то недоделочка была у них тут. Так, сейчас там тоже рычаг откроем. И... Ну ладно. А это еще что такое? Косяк, у нас нет еще одного. О, yes. Oh, yeah. Du stehst in der Schusslinie.
куда пошел. Да, нас тут рубят очень сильно. Ну, в принципе, терпимо. Золотишко. Кто это такой? Шокхаммер какой-то. Ага. Что такое? Это что за мощная фигня? Пойдемте проверим, как она работает. Мне прям интересно. О, гренки. Охренеть, она рубит просто, косит. Ты что здесь стоишь, а? Раз стоит тут такой, зевает. Итак, вторую часть открыли, получается. Закрыто. Вот, блин. Жестко. Где мой бомбеншус? Вроде все. Так, вот здесь что? А, ну мы, да, отсюда повыходили все. А, ну это гранаты. Так, что у нас тут? А, у нас тут вообще просто ничего. Поехали. Блин, напугал меня.